Привет! В этом видео я расскажу все самое интересное о серии узких встраиваемых посудомоечных машин Bosch Hygiene Care. Их производят на новейшем и суперсовременном заводе в польском городе Лодзь. Да и сами эти посудомоечные машины вполне можно назвать высокотехнологичными. Подробности далее. Кстати, знаете ли вы, что использование посудомоечной машины экономит для семьи из 3-4 человек около 2 недель в год? Все это время никто не стоит у раковины. Все это время можно провести с близкими. Да что там, это же целый отпуск. Но и электричество, и воду современные посудомойки тоже экономят. Начнем с панели управления. Немцы обновили ее, сделали более современной, удобной и интуитивно понятной. Во всех моделях разных ценовых сегментов. Ну и раз уж мы обратились к панели управления, давайте посмотрим, что здесь с программами. Конечно, в серию входит ряд моделей, и набор программ несколько отличается. Но я расскажу вам о них на примере нескольких моделей из этого семейства. Начнем с моей любимой автопрограммы. Смысл в том, что машина, руководствуясь показаниями электронных датчиков, которые в процессе мытья делают замеры частоты воды, автоматически корректирует параметры мытья посуды, такие как температура, нужный объем воды, продолжительность мытья и ополаскивание, а также давление воды в коромыслах. В результате чистая и сухая посуда. Круто, что в одной из моделей этого семейства целых 3 автопрограммы с температурой 35-45 градусов, 45-65 и 65-75 для разной посуды от хрупкой до кастрюль и сковород с разной степенью и типом загрязнения. Сразу 3 автопрограммы позволяют сократить общее количество программ. Выбрать нужную стало гораздо проще. Далее не менее любимый мной экоцикл. В принципе, он есть во всех современных посудомойках. Я его часто использую дома, когда включаю посудомойку днем при более дорогом тарифе на электричество. Смысл в том, что посуда моется в воде, нагретой до 50 градусов. Плюс здесь происходит более длительное предварительное ополаскивание и сушка. В итоге процесс длится несколько дольше, но при этом экономится электроэнергия, так как нет нагрева воды до очень высоких температур. При этом качество мытья не страдает. Результат отличный. Исходя из моего опыта, отмывается даже сильное загрязнение. Ночной цикл. Посудомоечные машины Bosch и так-то не назовешь шумными. Но здесь уровень шума снижен до возможного минимума за счет отключения всех звуковых сигналов и меньшего давления воды в коромыслах. На качество мытья снижение давления опять же никак не влияет, так как компенсируется за счет увеличения продолжительности программы. На мой взгляд, ночной тихий цикл очень пригодится тем, кто живет в квартирах студио или в лофтах, когда посудомойка не находится в отдельном помещении кухни. В этом случае такая программа позволит, ну, скажем так, максимально комфортно сосуществовать вместе владельцу и его посудомоечной машине. Но программы — это не все. Есть еще несколько дополнительных опций, о которых тоже хочу вам рассказать. Благодаря функции Speed Perfect Plus вы можете сократить время мытья, если это необходимо. А если активировать опцию Intensive Zone, то вода к посуде в нижней корзине будет подаваться с повышенным давлением, что поможет отмыть даже максимально сложные загрязнения. А дальше мы подходим к целому набору гигиенических опций, которые, судя по всему, и дали название всей серии посудомоечных машин Bosch Hygiene Care. Этот набор опций обеспечивает высокий уровень гигиены как на всех этапах мытья, так и в процессе ухода за посудомоечной машиной. Активация опции Hygiene Plus, например, позволяет уничтожить почти 100% бактерий, потому что температура финального ополаскивания повышается до 70 градусов. И в итоге высокая температура внутри посудомойки поддерживается достаточно долго. Можно также добавить к программе мытья дополнительное ополаскивание. Плюс здесь есть режим самоочистки машины с использованием специального моющего средства. Для максимально гигиеничной эксплуатации вашей посудомойки раз за разом. Конечно, в разных моделях посудомоечных машин Bosch Hygiene Care разные программы. Я рассказал только о самых интересных.
Но далее мы будем переходить к еще одному очень важному моменту. Это к сушке посуды. У кого есть дома посудомойка, знает, как это приятно вынимать из нее не просто чистую, но еще и совершенно сухую посуду. В этом смысле в посудомоечных машинах Bosch Hygiene Care тоже много интересного и есть о чем рассказать. Прежде всего, это уникальная и максимально энергоэффективная технология сушки с использованием природного минерала цеолит, который поглощает влагу во время сушки и одновременно отдает тепло, что повышает температуру в рабочей камере. Благодаря этому нет капель и разводов даже на такой капризной посуде, как пластиковая. Но максимально качественную сушку обеспечивает также опция Extra Dry. Посуда ополаскивается более горячей водой в конце цикла мытья и увеличивается время сушки. Еще одна интересная технология сушки, реализованная в этих посудомоечных машинах – Hygiene Dry. Это сушка с теплообменником. Смысл в том, что в одной из стенок посудомоечной машины находится бак, куда по окончании мытья перед началом сушки подается холодная вода. Из-за этого стенка внутри охлаждается, и влага и тепло они конденсируются на этой более холодной стенке. И самое важное, что дает такой способ сушки – это максимально бережное отношение к посуде. Нет температурного шока, а это очень важно для таких предметов посуды, как, например, бокалы из тонкого стекла. Возвращаясь к тому, что эта серия посудомоечных машин называется Hygiene Care, гигиеничный уход, отмечу также, что сушка здесь происходит при закрытой дверце. Можно сказать, посуда находится в герметичном пространстве. На нее не попадают бактерии снаружи, как если бы дверца приоткрывалась при сушке. Такой вот ответ Bosch альтернативным вариантам сушки. Далее подробнее изучим оснащение посудомоек, рабочую камеру и корзины. Что касается корзин, то в некоторых моделях этой серии их три. Вот этот верхний выдвижной лоток, ну корзина, традиционно уже используется для мытья столовых приборов и какой-либо кухонной утвари. На мой взгляд, главный плюс тут в том, что традиционная корзинка для вилок и ложек больше не занимает места в нижней корзине. За счет этого загрузка посудомойки увеличивается на один комплект посуды. Сразу бросается в глаза и двойное коромысло под верхней, ну, в данном случае средней корзиной. Оно обеспечивает равномерное распределение потока воды по всему пространству моечной камеры для тщательного промывания посуды. Да, естественно, все для решения основной задачи – чистой посуды. Вообще, здесь в корзинах все довольно вариативно в смысле организации внутреннего пространства. Есть складные съемные полочки, держатели для посуды. Это все служит максимальному удобству при загрузке и дает возможность правильно загружать посуду. А правильная загрузка посудомойки – это важнейший фактор для крутого финального результата – чистой и сухой посуды. Кстати, про корзины есть еще что рассказать. Немцы, можно сказать, заново изобрели колесо. Во всяком случае, конструкция колес нижней корзины в посудомойках Bosch Hygiene Care изменена. Для того, чтобы нижняя корзина не сходила с направляющих, когда ее выдвигаешь на дверь. Такое случается, по своему опыту знаю, и это неприятный момент, особенно когда корзина наполнена посудой. Так вот, в этих посудомоечных машинах теперь такого не случается. Колеса новые, фиксация на направляющих надежная. Но это еще не все. Новая конструкция направляющих для корзин, где теперь не два, а четыре колеса, защищает корзины от перекоса и заедания, с какой бы стороны их не выдвигали. И больше никаких скрипящих звуков от корзин. Все тихо и комфортно. Интересно, что посудомоечными машинами Bosch Hygiene Care можно управлять не только с панели управления или с приложения на смартфоне, об этом мы еще поговорим, но и голосом через яндексовскую Алису. Причем не только включение и выключение, но реально запуск программ мытья, что очень здорово. По сути, посудомойка наконец становится полноценным элементом умного дома и может встраиваться в различные пользовательские сценарии. И все это завязано на мобильном приложении Home Connect, с помощью которого вообще-то еще много чего можно делать. Можно, например, активировать мытье из любой точки города и мира.
У меня, например, бывают ситуации, когда посуда и моющее средство загружены, а потом что-то отвлекло, и запустить программу я забываю. Так и ухожу на работу и возвращаюсь к грязной посуде. С удаленным управлением, как вы понимаете, этот вопрос снимается. Еще Home Connect позволяет сохранять наиболее часто используемую комбинацию программы мытья и дополнительной опции на отдельной кнопке, чтобы потом быстро запустить ее одним нажатием. Можно получать советы и рекомендации по использованию посудомоечной машины и по выбору программ. Интересная опция, которая доступна именно через Home Connect – пауза в мытье. На 30 минут процесс мытья прерывается, а потом возобновляется вновь. Но бывают такие моменты, когда даже тихая работа встроенной посудомоечной машины может помешать. Еще один приятный бонус – теперь вы никогда не забудете о том, что у вас закончилась соль для посудомоечной машины или ополаскиватель. Прибор сам напомнит вам об этом. Уведомление вы получите, тоже в мобильном приложении Home Connect. Пожалуй, я рассказал все самое важное о посудомоечных машинах Bosch Hygiene Care. Согласитесь, было интересно. И главное, о них действительно есть что рассказать. Скажу еще, что в этих моделях устанавливается современный, экономичный, долговечный и тихий инверторный мотор. И электромагнитная система защиты от протечек воды AquaStop с гарантией на весь срок службы прибора. На этом все. И помните, посудомойка не роскошь, а средство улучшения качества жизни. Она экономит ваше время и силы.